6 сентября. Вы проснулись. Откройте глаза. И впустите в себя этот мир. Может быть, он новый для вас сегодня? Каким вы его увидели? Вспомните, кто вы. Вспомните, где вы. Вспомните, зачем. Я думаю, если у вас есть друзья, то обязательно вспомните и о них. Может быть, вы встанете и кому-то позвоните, чтобы пойти погулять, или просто обнять, или просто сказать «Привет! Я так рад, что я с тобой дружу». Может быть, у вас в друзьях Бог? Вы можете позвонить ему, сказать «Здрасте! Спасибо за этот мир! Спасибо за мою жизнь! Здесь так хорошо, так хорошо! Здесь так хорошо!» Он, может быть, вам ответит, а может быть и не ответит. Но знаете, он услышит. Он услышит. И в этот день, в этот выходной день, не забудьте выходить. И отдыхать. Не забудьте просто быть собой, быть с кем-то, но тоже с собой.